Ну что ж, дорогие друзья, участник под номером 49, ВАЗ-2101 «Жигули» или ВАЗ-1200, 1972 года выпуска. «Жигули». Эта машина была куплена новой в Калининграде в 1972 году, военной, и предназначалась на экспорт, но по какой-то причине осталась в Союзе. Но всю свою жизнь она очень нещадно эксплуатировалась, из-за чего сильно пострадал кузов. И был применен более поздним, 21.011. Отличается наличием вентиляционных решеток, передней панели и задних стойков, а также интегрированным фонарем заднего хода. Кузов 1984 года. В 2015 году она попадает в руки Сергея Лужеренко, тогда еще студенту, и на восстановление ушло около года. А сейчас Сергей Лужеренко подъехал к сцене, выходит из «Жигулей». И сейчас ему будет вручен почетный диплом участника фестиваля «Золотая Симпенисберга 2019». Ваши аплодисменты!